Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Математика, 5 класс. Автор Мерзляк. Задание 223. Первое. Уменьшаемое увеличили на 2. В задании 222 мы подробно показали, что если уменьшаемое увеличивать, то увеличивается разность. Если уменьшаемое уменьшать, то уменьшается и разность. А вот с вычитаемым наоборот. Если вычитаемое увеличивать, то разность уменьшается. И если вычитаемое уменьшать, то разность увеличивается, то есть наоборот. Вот теперь у нас уменьшаемое увеличили на 2, значит, разность увеличилась на 2. На 2. Значит, разность увеличилась. Давайте запишем разность. Увеличилась на 2, потому что уменьшаемое на 2 увеличилось. Как нужно изменить вычитаемое, чтобы разность уменьшилась на 12? Но чтобы разность уменьшилась, нужно вычитаемое увеличить. На сколько? Мы должны вычитаемое увеличить на 14, потому что разность тогда уменьшится на 14, но она же на 2 у нас увеличилась. 14 минус 2 – это будет 12. И значит, нам нужно увеличить вычитаемое на 14 единиц. Б. Теперь разность у нас увеличилась на 2, а нужно, чтобы она увеличилась на 6, чтобы она еще увеличилась на 4, потому что 6 минус 2 – это 4. Чтобы она еще увеличилась на 4, нам нужно уменьшить на 4 вычитаемое. В. Что нужно сделать с вычитаемым, чтобы разность уменьшилась на 2? Наша разность увеличилась на 2, а нам нужно, чтобы она на 2 уменьшилась. Значит, она должна всего уменьшиться на 4. 2 плюс 2 – 4. Она должна уменьшиться на 4. Чтобы разность уменьшилась на 4, нам нужно увеличить на 4 вычитаемое. Г. Разность увеличилась на 2. Разность у нас увеличилась на 2 по условию, потому что уменьшаемое увеличили на 2. Что нужно сделать с вычитаемым, чтобы разность осталась увеличенной на 2? Вычитаемое должно быть неизменным. Значит, не изменять. Не изменять. Д. Так, что нужно... Разность у нас увеличилась на 2. А что нужно сделать, чтобы разность не изменилась? Что значит не изменилась? Значит, она должна увеличиться на 2, а потом еще уменьшиться на 2. Что нужно сделать с вычитаемым, поскольку 2... Так, 2 минус 2. Минус 2 равно 0. Тогда она у нас не изменится. Если она уменьшится на 2 за счет вычитаемого, а для этого нужно вычитаемое увеличить на 2 единицы. Ну, давайте проверим. Если уменьшаемое увеличить на 2 единицы, то разность увеличится. Если вычитаемое увеличить на 2, то разность уменьшится на 2. И таким образом в сумме разность не изменится. Е увеличилась на 1. Значит, наша разность увеличилась на 2, и еще она должна увеличиться на 1. А нет, она должна всего увеличиться на 1. Значит, нам нужно единицу забрать. И тогда получится всего, что она у нас увеличилась на 1. Тогда мы должны увеличить вычитаемое на 1. Давайте проверим. Если уменьшаемое увеличили на 2, то разность увеличилась на 2. Если увеличили на 1 вычитаемое, то разность уменьшилась на 1. И в сумме она увеличилась на 1. Так, теперь второе. Вычитаемое уменьшили на 8. Если вычитаемое уменьшили на 8, то наша разность увеличилась на 8. Разность увеличилась на 8. Что нужно сделать с уменьшаемым, чтобы разность А увеличилась на 3? Надо как-то изменить уменьшаемое. Значит, разность у нас увеличилась на 8. А чтобы она увеличилась всего лишь на 3, значит, за счет вычитаемого она должна уменьшиться.
То есть 8 минус какое-то число, а именно минус 5, это будет равно 3. Значит, наша разность должна уменьшиться за счет уменьшаемого. И значит, тогда уменьшаемое нужно уменьшить на 5 единиц. Давайте проверим. Если разность увеличилась на 8, то если мы уменьшим уменьшаемое на 5, то она уменьшится на 5 и станет, и тогда в сумме она увеличится на 3. Б. Что нужно сделать с уменьшаемым, чтобы разность уменьшилась на 5? Разность у нас увеличилась на 8, а нам нужно, чтобы она уменьшилась на 5. Тогда, если 8 плюс уменьшилось на 5, 8 плюс 5 – это 13, тогда нам нужно уменьшить уменьшаемое на 13. Давайте проверим. Если мы на 13 уменьшим, то разность уменьшится на 3, но она увеличится за счет вычитаемого на 8. Значит, 3 минус 8 – это в сумме будет 5, и тогда она уменьшится на 5. В увеличилась на 4. Значит, она у нас увеличилась на 8, а должна увеличиться на 4. 8 минус 4 – это 4. Значит, наше уменьшаемое нужно уменьшить на 4. Г. Чтобы она уменьшилась на 10. Уменьшилась на 10, а она у нас увеличилась на 8. Ну, 8 плюс 10 равно 18. Значит, если мы наше уменьшаемое уменьшим на 18, давайте проверим. Уменьшаемое уменьшилось на 18, разность на 18 уменьшилась и увеличилась на 8. Значит, в итоге она уменьшилась на 10. D. Увеличилась на 8. Разность наша увеличилась на 8 за счет вычитаемого. Что нужно сделать с уменьшаемым, чтобы разность увеличилась на 8? Ничего не делать, не изменять уменьшаемое. Уменьшаемое должно остаться таким же. И последнее Е, чтобы наша разность не изменилась. Но если она увеличилась на 8, то она должна на 8 и уменьшиться. 8 минус 8 – 0. Минус 8 – 0. Значит, тогда мы должны уменьшить уменьшаемое на 8. Задание выполнено. И если вам понравилось видео, смотрите видео решения остальных заданий на нашем сайте.